В пятницу спортивный фестиваль в честь декады инвалидов перемахнул через свой экватор. На этот раз около 100 людей с ограниченными возможностями объединила игра в боче. Яркие спортивные снаряды, соревновательный дух и окружение друзей никого не оставляют равнодушным. Когда нам первый раз предложили поиграть в эту игру, мы абсолютно не знали, о чем это, что это. И посмотрев, подумали, ну что-то какая-то неинтересная игра, беспонтовая, можно сказать. А когда стали вникать в правила, когда нам тренер Александр Владимирович все объяснил, нам вообще это здорово понравилось. Оказывается, это она такая азартная. Также люди с ограниченными возможностями попробовали свои силы в игре дартс. Ее преимущество в том, что можно играть и стоя, и сидя. По завершению соревнований всех участников наградили кубками и сладкими подарками.